Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как сделать зеркальную поверхность в программе Photoshop, или другими словами, зеркальный пол. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет интересно. Поехали! Создаем новый слой. Возьмем лист бумаги А4, повернем его на 90 градусов. Возьмем градиентную заливку, сделаем легкий серый фон. Возьмем радиальный градиент и протянем от центра чуть дальше нашего холста. Дублируем слой для того, чтобы сделать пол. Правой клавишей мыши Ctrl-T отобразить по горизонтали. Сделаем вот такую имитацию пола. Добавим нашу модель. Как сделать отзеркаливание или зеркальный пол? Дублируем наш слой. Редактирование, свободная трансформация. Правой клавишей мыши отразить по вертикали. Переносим вниз. Задаем маску слоя. Выбираем градиент линейный и проводим от низу кверху. Все, друзья, на этом урок закончен. Спасибо за внимание.